С обычным для Манежа размахом открылась новая грандиозная выставка «Ни Москва, ни за горами». Формально это смотр и дайджест провинциального искусства, а содержательно – утверждение новых тенденций, публикация арт-манифестов и попытка нащупать, что там на стыке коронавирусной и какой-то другой эры в нашей жизни, в жизни искусства произойдет. Сегодня маклюиновское определение нового общества как глобальной деревни нуждается в принципиальной редакции. Это глобальная столица. Повсюду, куда ни бросишь взгляд, везде маленькие провинциальные столицы, которые претендуют на звание кто сибирских Афин, кто второй или третьей культурной столицы. Помните, какое культурное брожение и даже целая революция происходили в Перми? Что теперь с этим стало, тоже можно понять на этой выставке. Но если Пермь отчаянно претендовала на лавры культурной столицы, следующей по порядку после Москвы и Петербурга, то другие города поменьше борются и за звание поплоше. Например, как Барнаул, из которого сразу три художника, за звание культурной столицы Юго-Запада Сибири. Если попытаться обнаружить во всем этом разнообразии прелести и идиотизма, блеска и нищеты провинциальной жизни какой-то общий знаменатель, то он будет следующий. Это попытка заполнить пустоту, вакуум, который образовался в связи с коронавирусной пандемией, в связи с тем, что провинция всегда живет в ожидании чего-то, в чеховском чаянии Москвы и перемен. Это связано и с обычными надеждами художника из маленького города, если не родиться, то хотя бы умереть в Москве, Париже, Санкт-Петербурге. И вот в какой бы отдельный блок этой выставки мы ни забрели, всюду мы видим такие заклинания пустоты, оживления пустоты, попытки доказать известный всем тезис «природа пустоты не терпит» и культурная природа в том числе. Как только в натуре культурной или социальной появляется мыльным пузырем какая-нибудь пустота, мы ждем, что будет дальше, когда он лопнет. Когда, например, некрашенные пустые стены подъездов обрастут надписями, объявлениями, граффити и прочими варварскими высказываниями, как в композиции «Подъезд» группы «Космическая корова». На болотах хорошо растет не только клюква, но и целые города, о чем, конечно, помнит любой петербуржец и лишний раз подскажет Петр Швецов. Пустые заводские цеха заполняются магазинами и складскими помещениями. Если есть рабочий вакуум, его закрывают мигранты. В городе пустые пространства быстро оприходуют суетливые застройщики. В лучшем случае возникнут лофты, арт-пространства. И образами такой пространственной пустоты наполнено огромное пространство Манежа. Тут и заброшенные деревни и пригороды, пустые спальные кварталы, пустота рекламного симулякра, бегущей строки, говорящей ни о чем и никому. Но еще интереснее пустота во времени, вакуум экзистенциальный, как в композиции «Ты все равно умрешь», и этот бег фитнес-белки в тренажерном колесе для того, чтобы успеть за вечно меняющимся рынком сексуальных и брачных предпочтений, похож на все другие экзистенциальные пустоты. Потерянные годы в армии, композиция, которая называется «Школа смирения», это тема Сёмыча СБ из Красноярска. Убитый в себе художник, потерянный автор, это инсталляция «Свобода быть художником» Игоря Лазарева из Красноярска. Еще про праздник, который так трудно всегда носить с собой и нужно его постоянно готовить, расскажет арт-группа 1822, инсталляция «Барби Бич» и бьюти-вандализм Ники Сарычевой. Индустрия красоты, постоянное производство позитива – это очень тяжелая работа. Работу в офисе мы меняем лишь на работу на дому, на фоне постоянного труда над собственной индивидуальностью, чтобы быть лучшей версией себя, чтобы успевать за новостями, событиями и требованиями общества потребления. И так дальше, все в таком же духе, вплоть до глобальных обобщений, поскольку несбывшаяся утопия перерождается, деградирует в антиутопию, в бодрияровское безвремение, особенно остро чувствующееся в такие вот коронавирусные обострения. Конечно, не все работы на этой выставке так гениальны и хороши, и еще один вид пустоты – это когда вместо высказываний и содержания мы видим лишь стилизацию. Но главный урок этого праздника для всех арт-гурманов, который устроил Манеж, очень прост. Не теряйте времени даром ни в молодости, ни в старости. И делайте хоть что-то, даже если у вас нет ничего. Такова миссия искусства. Hey,
gone hollow. Everybody's here but the police, and they'll be here anyway. It's high time, so catch the song. Here it is. И постскриптум, поскольку в огромном пространстве манежа не мудрено было затеряться даже опытным арт-гидом, а в распределении вершков и корешков операторской работы произошла досадная накладка, самое сердце выставки, композиция группы «Север-7. Парк культуры и отдыха» оказалась обделено нашим вниманием. В этом нет злого умысла, и это прекрасный повод, чтобы прийти сюда еще раз и еще раз.